Дорогие друзья, сейчас несколько слов о предохранении. Да, о предохранении. Несколько слов о предохранении от Филиппа. Дорогие друзья, несколько слов о гигиене в самолете от Филиппа Киркорова. Не от Филиппа Киркорова, а предохранение гигиены. А я просто ее рекомендую. Хорошо, дорогой мой. Подожди, сейчас, подожди, я на тебя сейчас камеру направлю. Всегда с собой должна быть вот эта бутылочка. Ну, за лейбл не показывай, подумаешь, мы бабки берем. Лейбл не показывай. Это морская вода. Вот, закрой название, пальцы себе. Вот так, все, давай еще раз говори. Всегда. Да, да. Вот так. Все, давай, вот сейчас, давай. Давай. Всегда у вас должна быть эта бутылочка волшебной морской воды, предохраняющая вас от инфекции в самолете и бацилл. Ну какие инфекции? Уже... Расскажите, Филипп. Ну вот вы летите в бизнес-классе, а в экономе чихнули. А можно узнать, Филипп, а в бизнесе никто чихнуть не может? И в бизнесе тем более могут чихнуть. Вот для этого это у вас всегда должно быть. Филипп, скажите, а вам за это тоже заплатили? Нет, за нет. А еще у вас должны быть Филипп, свечки. Филипп, расскажите, пожалуйста. Облепихового масла, чтобы у вас всегда был регулярный, правильный, полезный стул. Это облепиховое масло, это самое полезное. Филипп, а скажите, а свечки их ставить прямо в самолете? Нет, свечки можно зайти в туалет в самолете и поставить. Со всех сторон надо предохраняться. И отсюда, и оттуда. А еще от вздутия надо иметь метеоспазмил. Это метеоспазмил. Ты сдуваешься, как комета. И для того, чтобы когда тебя вот так сдуло живот, так. Вот принимаешь две таблеточки метеоспазмил. Очень полезная вещь. А он подействует еще в полете или когда мы сядем уже? Сразу, через 15 минут. Аспирин у пса. Вот это всегда должно быть у вас с собой. Как вот салфеточка. Проктосидил. Это как свечки. Только целый тюбик. Но просто это очень полезно. Все. Вы как-то туманно высказались относительно последнего средства. Еще есть ноу-хау. По 4 таблетки 3 раза в день. Если чувствуете, заболеваете, пантавит. Пантавит. Пентавит, сори. Очень полезный таблетки. Никто про них не знает. Теперь знают все. А еще есть самое секретное средство, разработанное нашими удивительными медиками. Оно вообще продается только для собак. Слышали про такое средство? Нет. Самое секретное средство, придуманное нашими учеными, к сожалению, не зарегистрировано, не имеет права. Ну, поэтому оно продается только для Ну все, зверей. Филипп, только для зверей.